Анастасия Григорьева стала победительницей турнира Golden Grand Prix, который прошел в Париже. Тем самым лучшая спортсменка Латвии прошлого года реабилитировалась после неожиданного поражения на первом этапе этих соревнований в Красноярске. По признанию Насти, сложнее всего психологически. Ей было бороться с другой представительницей Латвии Лаурой Искуиней. Нельзя сказать, что по счету или по самой схватке можно было видеть, что это была сложная схватка, потому что счет 11-1 говорит сам за себя. И, в принципе, это была одна из самых удачных схваток на этом турнире, потому что, ну, получилось все то, что планировали, была хорошо настроена. Просто эта схватка была важна для меня самой, как для спортсменки, чтобы действительно быть уверенной в том, что в 63 в Латвии я номер один. В Париж Настя отправилась простуженной, поднялась температура и жутко болело горло. Но это не помешало ей уложить на лопатки всех своих соперниц. Во время соревнований особо не думаешь ни о здоровье, ни о том, что у тебя что-то болит. Единственная задача – показать все, к чему ты готовился, на что ты способен. Да, уже после турнира начались серьезные проблемы со здоровьем. И как бы, ну да, все это меня немножко отвлекает, учитывая то, что уже на протяжении года серьезно не болела, а здесь я опять простыла, поэтому сейчас время позаботиться о своем здоровье. Пока спортсменка находится на вынужденном отдыхе, она внимательно следит за выступлением латвийской сборной на Олимпиаде в Сочи. Переживала, вот особенно за наших хоккеистов, которые проиграли со счетом 1-0 за 7 секунд до конца, просто буквально до слез. Я понимаю, что, ну, как спортсмен, я понимаю, что можно пережить любое поражение, если, ну, на самом деле проиграл, но когда рикошетом забивают в твои ворота, ну, для меня было главное, чтобы команда не сломалась духом. Очень обрадовали Настю выступления наших саночников, которые принесли своей стране две бронзовые медали. Как только здоровье позволит, спортсменка приступит к тренировкам. В конце февраля она уезжает в Швецию, чтобы провести сборы и принять участие в международном турнире, а затем в апреле ее ждет первенство Европы.